Что будет, если каждый день в течение недели выкладывать по 2 видео в TikTok? Неужели это тот самый шаблон, по которому каждый может набрать большую аудиторию за кратчайшие сроки? Сегодня вы наконец узнаете, что будет при регулярном выкладывании контента в TikTok. Поехали! Этот эксперимент мне пришел в голову еще в том году, но на это тупо не было времени. Но я все же выделил время на монтаж видео. Мне нужно было смонтировать 14 видео за неделю, то есть 2 видео в день. На это, конечно, ушло много времени, и я был против того, чтобы смонтировать все видео в один день. Но и каждый день монтировать тоже очень много. Для меня это просто сложно психологически. Я привык монтировать кучу видео в день, и поэтому было решено смонтировать 7 видео в один день, а 7 видео во второй. Не знаю, как вы, но если я поставлю для себя таймер на монтаж, допустим, 25 минут на одно видео, то я смогу это легко осилить. А если дам себе 3 часа на все видео сразу, то я буду сидеть над монтажом весь день, и даже при таком раскладе останутся дела на следующий день. Короче говоря, на монтаж у меня ушло 2 дня. Как я уже говорил, выкладывать я решил по 2 видео в день, утром в 6:30 и вечером в 6 тоже, 18:00. Конечно, сам я видео не снимал, а лишь брал какой-либо материал из интернета и монтировал видео под свой тип контента. Контент мой был на тему аниме эдиты. В чем же суть этого контента? Короче говоря, я беру эпичные кадры по своему усмотрению из какого-либо аниме и делаю под популярную музыку видео. Опыт в этом у меня уже был, и поэтому для меня это было легко. Кажется, я рассказал уже все, но наверняка всем интересно, сколько же аудитории я смог привлечь за неделю активной публикации. И момент истины. 2097 подписчиков. Да, это нормальное количество, чтобы активно стартануть. Сразу говорю, что аудитория и ее число зависит от типа контента и, конечно же, от ее качества. Наверняка вы сможете набрать больше, чем я, и даже еще быстрее. Кому-то может показаться число подписчиков очень большим, а кому-то очень даже маленьким. Для меня была цель публиковать контент регулярно и в течение недели. Конечно, если вы будете выкладывать 3 или даже 4 видео в день, то, конечно, сможете набрать намного больше аудитории, чем я. Обязательно напишите свои идеи и мысли по этому поводу, конечно же, в комментариях. И нужно ли продолжать вести этот аккаунт? Возможно, кому-то очень подходит этот аккаунт и хочет его забрать себе. При этом случае просто напишите в комментариях об этом, и я лично сам выберу, кому же этот аккаунт действительно нужен, и просто подарю. По-братски, так сказать. Также пишите свои идеи на следующий эксперимент, а я говорю вам пока. И до встречи до следующей пятницы. То есть до следующего видео.